Короче, только что была информация, прошла, что Сейзет и Флэми не попадают на турнир, вернее, правильно сказать, не дают визу, не просто так. Есть информация, что в этом замешаны люди. Этих людей вы очень хорошо знаете. Одного зовут Сеня, а другого Старикс. Вон он пытается куда-то уехать. И вот по этой причине... Офигенно вообще. Сеня, это правда? Ну ты знаешь, что? А? А говорят, ходят слухи, что правда. И Старикс немножко подтвердил, да. И что ты замешан. И твой YouTube канал, и Twitch. Все люди, которые в этом замешаны. Ну что, не просто так визу пацаны не получают. Что виноват? Не, ну если мой Twitch канал замеш, я думаю, это... Не, ну мотив ясен. Поиграть вместе с пацанами на чемпионате мира. Ой. Жесткий. Что ты можешь сказать, Сень? Подключил Москву. Аргументируешь? Эхо Москвы. Бенедиктова. Да? Платонов. Да? Жидов. Они пацанам нахуй не дали. Бэйби. Тут и друг. Бэйби, you want baby? Ванёк, съедешь этого спуска? Давай пизданем вот этот велосипед, а? Слабо? А я могу. Значит, смотри, повод для знакомства. Вывязаю случайно велосипед. Ну, давай, знакомься с такой, знакомься. Я шучу, мне-то знакомиться не надо. Не-не-не, не надо на меня палить. Она мне уже глазки строит, слышишь? Может, она русская? Пацаны, она русская. Так она русская. Я тебе отвечаю, это русская была. А как понял? Ну она показала мне. Ноги так взяла, так раздвинула. Это знаменитый русский жест? Ну они считают, видимо, да. Тут. А куда мы едем, Ванёк? Я не знаю. Ты же наш путеводитель. Как это называется, существо или это? Про ну. Джеком Николсоном? Нет. Это Джеком Николсоном, по Стивену Кингу. Ужасы, да? Да, но не замёрзли. Надо, да, это просто обычная порнуха. Экспедиция полярная. Красный путь. На снежку там, да, вытворяют НЛО дела? Прилетело. НЛО? И всех забрызгало, да? Это из серии того, что показывают по телевизору ночью с красным квадратиком? А недавно ремейк пересняли. А? А потом ремейк сняли. Кстати, про динозавра смотрели? Мир Юрского периода? Да, я смотрел. Ну как? Вселенная. Ну... Это говно. Говно. Я пошел смотреть фильм, потому что Сеня посмотрел. Потом понял, что Сеня любит высказывать мнение для 15-летних ребят. И понял, что надо офигенный как бы... Офигенный фильм! А не, так что ты хотел? Ты думал, ты понимаешь? Ну просто, наверное, ты сегодня давно в кино не ходил. Ну, конечно. Ну, прикольно, что ты 4D? Динозавры. Нет, сюжет там говно. Природа снята, а динозавров сделали вообще тупо. Я слышал, ты даже после этого неделю еще боялся сидел. Построили еще один. Ну, такой обычный сюжет. Как всегда. Динозавр вырвался, ну что, давайте.
то, как сделали тут, пожалуйста. Give me five, give me five. Опа. High five. Ну, хотя five тоже было. А что тебе здесь не понравилось? Сюжет ты хотел какой-то? Ну, сюжет, во-первых, типичный, но очень типичный. Нет. Она пристраивается специально. Oh, hello, hello. Сенечка, ты видишь, что подъезжает к тебе рядышком? Ну, Сенька, ну ты видишь, тебе... Да, насколько ты популярен, что даже тут тебе липнут девчонки. Бэтмен, это Бэтмен поехал. Русский, не? Russian, Russian. Вот это явно видно, что курнуло и хорошо. Засело. Наоборот, она не курнула. Это кожа, они на собой узкие глаза. А, она что-то такого более активного, да? Надо подошли в туалет. А вот парень, смотри, зататуировался и вышел такой. Смотрите, какой. Волосами? Это волосатые татуировки. Известные канадские волосатые татуировки. А что, он выбривал, там готовился. Мы так высоко заехали, что если мы тут займемся случайно на место, будем долго. А может быть и быстро. А, нашивай. Ну да, мы так довольно-таки высоко собрались. Пропусти. А что это? А, это у него электро, электро, да? Да. Ну да, на электро круто, слышишь? Ну, скорость нереальная. Когда добавляешь, да? Да. Ну, тоже тяжелый. Так, походу, это какое-то у них популярное место. Смотри, сколько тут народу летает. Да. Ну, вот туда, куда мы едем. Да. Туда много идет, а оттуда он выходит. А вот это, там вверх лестница. Понесем в руках, в крайнем случае. А дураки, как мы, залезут, ничего не увидят на своем пути. Перелезут. Я ее видел где-то, отвечаю. Не, я ее видел. Тут... Да не, какой-то порнухи была. Я говорю. Силикон качественный? Не, ну ты-то я знаю специалист по этому делу. А губы-то тоже? Губы рабочие. Я на губы не обращаю. Ну, ты как, у каждого свои, так сказать. Слабости. Слабости, стихии. Тебя просто, я знаю, что эта тема очень всегда была. Как бы, когда Сеня знакомился с Никой, она как бы проходила тестирование, так сказать, в этом направлении. Кастинг, да, и прошла, я так понимаю, уверенно. В плане Ника, а ее кастинг. Ника как бонус. Для Сени. Не, Сеня просто как бы понял, что этот вариант я буду рассматривать. А там уже дальше закрутилось. Видишь, он у каждого свое. Ну куда?